Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Не верю своим глазам и как будто быстро все забываю, когда что-то читаю, перехожу на следующее предложение и будто забыла, что только что прочитала. Или смотрю что-то через секунду, думаю, а там точно это было, и пересматриваю, это давит на голову, на глаза. Иногда из-за второго раза как будто не понимаю, точно ли правильно увидела, прочитала, прям вслух произношу это. Не знаю, понятно ли я объяснила, с чем это связано. Ну, смотрите. Конечно, так вот сказать точно, с чем это связано по такой маленькой информации сложно. Я думаю, что каждый специалист увидит в этом что-то свое. Вот. Ну, то есть свои ну, увидит то, что больше подходит, да? Вот. Его специализацию, вот. И, соответственно, лично я вижу в этом некоторую вашу защиту, вот, защитную реакцию я вижу в этом, я вижу то, что возможно, вы пытаетесь избегать чего-то, вот, пытаетесь себя, ну, грубо говоря, оградить от чего-то, вот, то есть такая вот реакция, да, может быть, связан как раз с тем, что вы от чего-то убегаете, вот. Естественно, что, ну, нужно понять, от чего вы бежите. То есть это может быть вот какое-то, ну, травмирующее событие для вас. Да, то есть это, ну, может быть, вот что-то, что вам как-то вот очень неприятно, да, и так далее. Вот. Но это все вот пока только предположение, вот. Потому что все равно вот какой-то такой информации об этом, ну, такой, стопроцентной пока нет, вот, потому что слишком мало пока информация, вот, и мало материала для, ну, для анализа, маловато, к сожалению. Вот, да, действительно, имеет смысл обратиться вам к врачу, имеет смысл провериться, действительно. Вот, лишним это не будет, а дальше уже можно будет
смотреть, если по медицинским показателям, да, все у вас в порядке, вот, то есть никаких нарушений, да, никаких ну, патологий, ничего нет, вот, то, конечно, нужно обращаться вам к психологу в таком случае и работать с ним, потому что, ну, очевидно, что это вот что-то психологическое. Вот, если же будет, ну, если же будут какие-то отклонения, да, если будут какие-то нарушения, вот, то в этом случае, естественно, нужно получить лечение, вот, ну, в смысле, вот, чтобы вы получили лечение, вот, чтобы вы получили необходимую помощь, вот, и, в общем, чтобы вам как можно быстрее, да, вот, помогли облегчить ваше, ну, состояние, вот, потому что, ну, очевидно, что тяжело вам находиться вот, ну, в таком состоянии. Вот. То есть, ну, это, в принципе, логично, да, и понятно, что любому бы человеку было бы сложно. Вот. То есть, здесь думается, важно не причина, по которой у вас, ну, возникло такое состояние, а важно, что вы можете и хотите с ним делать, да, вот, если у вас, ну, если у вас возможность для этого, то есть, если у вас возможность что-то сделать для себя, вот, если есть такая возможность, то лучше, конечно, сделать и не затягивать, вот, потому что чем больше вы откладываете решение или чем больше вы в этом состоянии как-то пребываете, да, тем сложнее вам будет как-то адаптироваться, ну, вот, потому что вы будете привыкать так, вот, и, соответственно, сложно будет возвращаться. Отдельного внимания, на мой взгляд, заслуживает то,
когда, вот, когда у вас такой такое состояние появилось. Вот. Да? То есть вот прям отдельно это внимание, отдельного внимания там заслуживает. Вот. Ну, по моему мнению. Потому что от того, когда это началось, да, и в зависимости от того, вот, при каких условиях, да, при каких обстоятельствах это началось, вот, можно будет уже делать тоже какие-то выводы, вот, относительно этой ситуации, которая с вами случилась и произошла. Вот, и можно вам уже подбирать помощь, соответствующую помощь уже можно будет подбирать. Вот, а пока, как вы сами, надеюсь, понимаете, да, не совсем понятно, в чьей компетенции находится ваша, так скажем, ситуация. Вот. Чтобы не навредить вам еще больше, чтобы вы себя на самом деле лучше чувствовали, а не хуже. Вот, потому что если вашей проблемой будет заниматься, ну, скажем так, да, не тот специалист, да, вот, то вам будет хуже только. Вот. И как вы, я надеюсь, понимаете, что это неприемлемо. Вот. Ни вам, ни нам. Поэтому, давайте, постараемся максимально серьезно к этой ситуации подойти, вот, максимально, грамотно и внимательно ее рассмотрим, вот, и, вот, как раз, будем уже делать выводы и вам помогать. Вот. Всего самого доброго, удачи вам, обращайтесь за помощью, буду благодарен за обратную связь по моему ответу.